дрожжи, масло, муку и паприку. Что у нас сейчас идет за место чего? А там не маленький? Все, это раз в форму сделали. На панчик. Красота. Я бы такой снимали. Ну, может быть. Пускай будет. Вот так. Я домой один возьму. Ну. Знаешь, откуда появился Бородинский? Ну, сложности, скажем, здесь нет. Это старая рецептура. Понятно, то есть надо ядро. Который сказал Алексей, выстрелить из пушки в обоз. Таким хлебом, вот таким хлебом, ты можешь получить постоянного потребителя, который будет к тебе приходить, вот говорит, только мне это дай. И все. Отличная пористость. Ну, они вот так ставят и вот так показывают. Как-то батон не может стоить 60 рублей. Я просто, Ирина, прошу сказать, батон 4 злаков не может стоить 60 не рублей. Может стоить. А ремесленный хлеб может стоить 60 рублей. О, а это багет, да? Да. А это что за хлеб? Это тоже, это тесто одно. То есть вот это тоже как бы? Нет, это молочный. Это молочный. Вот это который там уже есть. Это другой. Нет, это другой. Вообще прикольно. Меня пышнее. Этот вообще шикарный. Это вообще шикарно. Вот это вот просто находка. Ее надо сделать обязательно. Да, шикарно, и вот это тоже. Просто бомба. Вообще такой огромный. Ирина, вы умница.